ПДС обвинила ЦИК в том, что тот не хочет ничего решать с перевозкой приднестровских избирателей в день голосования и назвала это попыткой сфальсифицировать выборы. Заинтересованной в этом стороной формирование назвало председателя ПСРМ Игоря Дадона. Архитектором этой блокировки, конечно же, является Максим Лебединский. За версту видны согласованные действия подконтрольных ему людей. Неужели он действительно считает всех нас дураками? Действительно думает, что мы не понимаем, какую игру он затеял? У нас есть информация о том, что Дадон хочет купить 70 тысяч голосов по $25 за каждый. Сейчас идут все приготовления. Внимание, 70 тысяч купленных голосов – это самая крупная фальсификация на выборах за все время независимости Молдовы. Секретарь ЦИК Максим Лебединский отверг обвинение. Я не позволю, чтобы какие-то кандидаты использовали меня в избирательной кампании. И я не комментирую популистские заявления. До сегодняшнего дня не было заключений НЦБК и Минюста, которые являются обязательными для утверждения нормативных актов. Они пришли только сейчас. Пресс-секретарь ПСРМ Кармен Остерпа назвала все обвинения выдумками оппонентов.